Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Михаил. Расскажите нашим зрителям в двух словах, по какому поводу мы здесь с вами сегодня встретились. Повод, считаю, очень замечательное событие. Это первый музыкальный фестиваль здоровья, который состоится здесь, в Республике Беларусь, на берегу реки Ислоч, в этом прекрасном живописном месте, где развернулось огромное количество просто активностей, огромная сцена, полевые бани, фудкорты, кемпинг, аттракционы, мотоспорт, авиация, множество спортивных забав, как я называю, это будут и ринг, это будут всевозможные состязания. Также знаменательным событием станут массовые соревнования по поеданию еды. То есть все это направлено на то, чтобы наединение людей, объединение знакомства и презентацию возможностей участников. Не только объединение, но и объедение, как я понимаю. Ну, ведь когда люди дружат, по сути дела, когда их объединяет, не только когда они жмут друг другу руку, но объединяет, как и в восточных философиях сказано, за столом, когда они сядут вместе и покушают нормальной, здоровой, такой, знаете, натуральной пищи. Вот вы прямо сняли с моего языка следующий вопрос. Какое имеет отношение объедение к здоровью? Что такое здоровье? Это довольно такое, знаете, широкое... Глядя на вас, да, широкое. Широкое философское понятие. Принято называть здоровый образ жизни. С моей точки зрения, я не совсем понимаю, я говорю о другом. Я говорю о том, что человек должен жить в ладу с природой. Первое, это должны быть правильные, ну, слово правильно, может быть, не совсем подойдут, но позитивные мысли, так это точно. А что объединяет людей? Самые простые, знаете, такие жизненные условия. Вот когда здесь на поляне, где нету, знаете, вип-зон, ну, пиджак на вас и галстук сегодня. На вас я больше не буду. Да, то есть все, по сути дела, равны. Это не просто объединяет, это рушит границы, знаете, пограничного пространства каждой личности. И совместные усилия по организации, в частности, там, постройка бань полевых, значит, совместное, как я говорю, поедание. Вообще любая активность на природе совместная, она людей объединяет. Спасибо, Кирилл. Следующий мой вопрос таков. Почему вы избрали генеральным партнером этого праздника проект Skyway? Что объединяет вас и струнные технологии Юницкого, струнный транспорт Юницкого? В первую очередь, наша крепкая дружба с Анатолием Эдуардовичем Юницким. А второй момент, который мне очень приятно и считаю правильным, так как это транспорт будущего, транспорт экологический, транспорт здоровья, где нету вредных выбросов, и безопасный, и экологичный, и быстрый, скоростной. То есть совокупность этих всех вещей говорит о чем? О здоровье. А моя личность, ну, ассоциируется именно, ну, вот, ну, с чем? Ну, сила, здоровье и, по сути дела... Без ложной скромности. Ну, извините, как есть. И поэтому для меня это очень большая честь и большая радость, то, что в нужном ключе объединяются... правильные люди, потому что за любыми компаниями стоят кто? Просто живые люди. Кто-то предоставляет там какую-то экипировку, кто-то готовит билборды там и так. То есть такие, знаете, возможности физические. И самый главный такой, знаете, наш гигант, на чем вообще стоит весь фестиваль, благодаря которому и состоялось данное событие, которое все вот в перспективе тут два дня впереди активного, знаете, такого веселья, дружества и прочее. Это произошло благодаря инновационной системе транспорта Skyway. Спасибо большое за интервью, Кирилл. Призываю всех подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и тогда до вас дойдет... простая философская мудрость от Кирилла Шимко, как ее понял я. Очистите в первую очередь мысли, затем слова, а затем
поступки, и в вашей жизни все будет прекрасно. И здоровье, и все остальное, что вы хотите. Ну, а нам, наверное, пора идти фестивалить. Так, Кирилл? Верно. Пойдемте. Skyways, спасай планету, в конце концов.